Всем привет! Подсниму вам видео с самого утра. После обеда, я думаю, времени не будет. Надо молочко завести на сдачу. Все дела там. И ехать ворошить сено. Так. Поломалась у меня крестовинка на кардане. Вовремя заметил на косилке. И успел. Ну как вовремя заметил? Я приехал, смотрю. Плохая. И оставил дома, чтобы поменяли мне. Там карданчик слабенький, там жигулевская крестовина, поэтому оно и ломает ее постоянно. Ну как, первый раз, но кардан новый почти. То есть, если есть деньги, всегда покупайте что-то хорошее. Или делайте сами что-то хорошее. То есть можно 6 на 8 со здоровыми болванками, со здоровой... Всем сделать. Продал двух бычков. Беляшика и... Так, и Чизеля. Это наш новый бычок. Я его назвал Бизон. Это Бизон, а вот это Бидон. Наши бычки. Сейчас пойду, заведу коровок в электропастух. Так, сейчас посмотрю, мне или мне кажется... Протиру объективчик, секундочку. О, вроде лучше чутка. Короче, в кошаре много травы, не едят нифига. Такая классная, молодая, вредная, короче, эти создания. Мне жалко такую траву. А там будут стоять, он до земли есть. Может, они оставили как стратегический запас. Ну или просто свои какашки не хотят подъедать снизу. Налило такие дожди, что смотрите, как у меня в полях. У меня здесь все поля низко. Поэтому у меня вот так вот сразу в полях происходит. Там сено лежит в воде. Прям рулонами уже. И не рулонами. То есть сегодня будем все это просушивать. Волковать. Завтра поедем прессовать. То есть родила у нас Буся. Коровка вот эта вот беленькая. Еще ждем два тела. Три в этом году. Не знаю, третий успеет, нет. Мне надо привести гинеколога, чтобы она отректалила и сказала примерный срок. Это я сделаю в ближайшие пару дней. Вот допрессую сено, которое есть, и сделаю это. Или даже, может, просто вечерком поеду, возьму ее. Просто за ней далеко ехать надо будет. Ну ничего, съезжу. Да если что, запущу коровку. Буду ждать ее отсела к концу года. Что дает она уже немножко, пусть отдохнет. Пошли! То есть вот тут уже отросла вот 10 центов. Сейчас я недельку там продержу в том месте, где поставил электропастух, и переведу сюда на свеженькую. Пусть тут хомячат. Загоражу им гектара два, да пусть стоят недели две. Выедает все. Тут хотелось бы скосить вот этот вот, но вода стоит. Никак в этом году не могу скосить. Тут получилось, и то где-то косилка заезжал в воду. Косилки, конечно, такие напряги. Не очень хорошо. Слабенькой. Тем более этой польской. Наложил соли вечером, пару дней подзабил на это, и сразу как накинулись, уже не есть хорошо. Надо, чтобы всегда лежало в достатке. Просто у нас нет у людей выхода на соль, так сказать. Только колхозам продают. А там большие объемы, короче. Так, чтобы поехать купить мешок, такого нету. Приходится покупать пищевую соль. Она, во-первых, мельче. Во-вторых, она все-таки уже там обработана больше. Как бы. Но травка здесь поднимается классная. Свеженькая, молоденькая. Будет, наверное, с нее молочко. Буся, пошли! Наша тоже первотелочка. Сказал бы, с каждым днем они все лучше и лучше. Растут. Комбикорм начали есть постоянно. Вот надо дожить до того, когда будут свои корма,
чтобы давать в достатке всегда. Самира, фу! Фу! Я так понял, эта зараза еще может и зубами их укусить. Она же сзади лежит самое близко к ее зубам. Поэтому надо такого опасаться. Подогнала, молодец. Да? Молодец! Хорошо, Самирка, умничка. Старушка. Старушка моя. Не забывать надо. Хвалить, конечно, животное. Она же тоже любит похвалу. Хорошая моя. Как и все мы. Я же бывший кинолог. Так что я трошки в этом понимаю. Не сильно, потому что небольшой опыт у меня был в кинологии. Всего там пару лет активных. Так что я такой слабенький. Ну, я мало терпеливый. Я когда, наверное, стану постарее, тогда и смогу этим заниматься своими собаками. Пошли! Следующую собаку себе хочу, малинуа. Это бельгийская овчарка. Вот Машка у нас еще к котелу движется. И зайчик. Сейчас вам зайчика найду, покажу. Зайчик — это у нас первотелочка. Вон там идет, смотрите. Вон. Уже вымена дубила, здоровенная, как у мамы, короче. Тоже, наверное, перенашивает. Тоже, наверное, будет бычок. Кстати, можно поставить ставочки, ребята. Кто будет, бычок или телочка? Так что пишите в комментариях, а там проверим. Скоро уже. Я думаю, скоро, это ближайший. Я уже жду, блин, капец как. Принять все роды, чтобы забыться уже про это. Соня, пошли, что стало? Самир, вперед! Вперед, вперед! Красотка. Фу-фу-фу, молодец! Молодец, Самирка, ко мне! Молодец, умничка! Ты моя собака. Ты моя лапочка. Пошли, пошли! В общем, у нас сейчас уже, не знаю, 6:30 утра. Солнце уже припекает. Я их выпустил уже полчаса назад где-то. Сейчас встаю где-то ближе к 5. Если ночую здесь, то встаю ближе к 5. Если ночую дома, то надо вставать в 4. Пока сюда доберешься, это полчаса езды минимум. Так что есть профит ночевать здесь, как бы. Потому что дома и не уляжешься рано. Так что надо обустраиваться и на следующий сезон полноценно уже заезжать навсегда, так сказать. Делать какой-нибудь каркасный домик. Я уже как начну, вот наберу 1000 подписчиков, подам на монетизацию, да как начну бабки с Ютуба вынимать. И все, и будем дом строить каркасный за счет средств Ютуба. Пошли, пошли, жопки! У меня сейчас всего 20 голов с малыми. То есть еще родится и может быть 22. 22 головы. Вот. Но всех малых буду продавать. Есть спрос на телочек, но телочек в этом году нету. Опять человек звонил, говорит, ну что там у тебя, Роман? Я говорю, да, пока ничего. Арбузики растут. Дождями позаливало, местами даже лужи в арбузах стояли. В ближайшую неделю надо будет полностью их сполоть, междурядку пройтись и забыть на пару недель. Галя, ты куда пошла? Такие ж, блин, хитрые. А есть самые хитрожопые. Но Маша, он уже, блин, вообще уже. Да и вымя у нее набухает. Я думаю, за недельку родит. Но зайчик хер его знает. Это же первотелка, она может долго перегуливать. Как бы так. Оттуда электропастух я убрал, переставил на соседский загон. Как бы не мой, но как бы в будущем, я надеюсь, станет мой. Пошли! Приходится гнать через гарбузы, но что поделать.
как бы так. Вон, видите, там вообще уже хорошенькие. Вон, это все арбузы. Там прополото уже. Вот. Ну, сейчас подсохнет, оно ж такие дожди, что тут понамокало все. И к концу недели, может, все надо будет сполоть. Пошли! То есть арбузики вот такие. Там компаньон, друг, купил регулятор роста, стимулятор. Так что подкормим их. И должны будут пойти еще в рост еще лучше. Наверное. Не знаю, насколько это... Конечно, растение реагирует на все эти препараты. Я в агрономии и растениеводстве пока очень слаб. Надо будет, конечно, это все вопросики изучать. Вот, здесь я загородил около гектара, короче, может больше. Видите, пока мы с вами вот за 11 минут я загнал коров. Сейчас завяжу, натяну. Пастуха и все. Пошли, буренка, куда пошла? Тут им и попить есть. И траву молодую я видел. Ну и старой тоже хватает. Пошли! Опа. Здесь куда-то пахалось. Пошли, 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 пошли! Кинг-конги мои. Пошли! В общем, как забацаю все здесь. Буду жить, кайфовать. До этого я всю жизнь пастил, как бы пас. Кстати, смотрите, я проехал косилочкой, обкосил, как человек говорит, чтобы трава не касалась изгороди. И все, и у меня проблем нет. Чик, напряжение есть, все есть. Как бы так, в катушечка. Все, я пошел работать дальше. А вам хорошего дня. Подписывайтесь. Нам нужно 1000.